Девочки, всем привет! Так, мне нужно следить за временем. У нас будет, на самом деле, не то чтобы собиралка, но макияж глаз и маленькая болталка. Мне опять, к сожалению, нужно спешить на работу. Но я не хотела опять откладывать видео. Так, давайте я приступлю. Будем болтать. На самом деле у меня... Я собиралась собрать косметичку июля. Я вам заранее говорила, что будет с опозданием она. Хотя это видео разбора я загрузила тоже с опозданием. Но что собирать косметичку? У нас опять намечается жара, и я понимаю, что я навряд ли буду пользоваться активно румянами, хайлайтером, бронзером, потому что я как бы загорела, мне кажется, я не знаю, видно ли это на камеру, потому что, ну, сейчас у нас 12 часов и самое яркое освещение такое, у меня в комнате, короче, так камера стоит. Вот, но у меня загар очень виден, это, конечно, спасает, потому что я решила оставить на июль вот этот Манхэттен и дорасходовать его. А мне кажется, его уже не так много осталось, мне кажется, половина, то есть можно будет за июль и август его израсходовать, потому что осенью мне будет однозначно его не хватать. Сейчас благодаря загару как-то вот эти синяки не так сильно видны, хотя если я работаю в утреннюю смену, просвечивает даже с тремя слоями, поэтому Манхэттен это все-таки... Тут написано Wake Up Concealer. Ну, может быть, для тех, у кого нет таких сильных синяков и таких проблем, да, может быть, пойдет для молоденьких девочек. В общем, по текстуре он мне нравится, он хорошо сидит, но по покрытию нет. И он жидкий, поэтому 7 мл расходуется быстрее, чем я думаю. Вот, пудра Revolution. Я решила пока ею попользоваться, она как-то выравнивает тон кожи, сидит очень тоненько на лице, у меня ее тут много, хватит, мне кажется, даже ее на сентябрь. Но я и помню, что в прошлый раз Revolution, когда у меня уже была такая пудра, если кто-то помнит, она очень долго расходовалась, наверное, я месяца 4, наверное, ее использовала, но, правда, я брала еще какую-то пудру параллельно. Так, девочки, так, карандаш. Мой чертежный постсоветский, и я взяла просто новый Wet n Wild. Оставила его, потому что... Почему? Потому что он на жару отлично держит мои тени. Я могу не переживать, что более тонкотекстурные Revolution я пока палетки... А, ну нет, у меня есть Carmen, но я тут даже топер беру. Что у меня скатается что-то или видоизменится. Ой, я ресницу зашла. У нас, да, расскажу главную новость. Мы виделись с Лерой. Если кто-то смотрит канал Леры Forever Addict, она так называется, Лева, по-моему, раньше Forever Addict, сейчас просто, она, по-моему, как-то уменьшила название. Ну, вот, в общем, вы поняли, о какой Лере я говорю. И Лера приезжала в Германию. Приезжала она на очень короткий отпуск на недельку. У меня, к сожалению, отпуска не было, то есть мы встречались, в общем-то, после работы, и у меня, мне повезло заранее махнуться с коллегами, то есть мне дали свободные деньки, ну, то есть выходные у меня были свободные, хотя это не планировалось изначально. Так, извините. Вот, было, конечно, классно, но неделя это ничто, и неделя ничто, когда я хожу на работу, то есть когда не в отпуске, это совсем по-другому получается. А почему по-другому? Потому что, ну, сами представьте, я работала в первую смену, может быть, оно и классно, то есть у нас был вечер свободен, день и вечер, предвечер. Так, буду пока брать вот эту, потому что я... Опять, девочки, да, достала. Или уже... Ну, ладно, что об этом.
А у нас болталка больше, собиралка-болталка, да? Так, это еще что такое? Да, я просыпалась в 4:30, обычно у меня день такой, когда я должна в утреннюю смену работать. Я просыпаюсь в 4:30, собираюсь, я не собираюсь не спеша, наслаждаюсь. Раньше в 4:20, но потом перешла на 4:30. Когда, если я там поздно ложусь или что такое, могу передвинуть на 5 часов, но тогда мне очень надо спешить, мне это не нравится. Кофе нормально попить могу. Так, девочки, в складку века. Что я хотела? У меня же была какая-то идея. А, точно! Макияж глаз, короче, я хочу взять The Tribe by Juvia's. И отсюда хочу взять вот этот бронзовый оттенок. Вы скажете, лето, какой бронзовый, но мне очень хочется. Вот. А в уголок я хочу взять вот этот голубой. Мне кажется, будет интересно смотреться. И, наверное, синие стрелки сделаю внизу. Так, но складку века. А что это за оттенок такой в этой же? О, наверное, я его возьму. Смотрите, какой красивый оттенок вот тут зеленый. Вот его возьму в складку века, потом, может быть, потушую более таким коричневым. А про что я? А, про то, что когда я встаю обычно в 4:30, я работаю весь день, и потом прихожу домой, поем обычно и ложусь спать. Не обязательно нужно часик-полтора поспать, тогда я более-менее нормально. Я могу еще дофункционировать остаток вечера и даже, возможно, что-то предпринять. Редко бывает такое, что я сразу куда-то рвусь, что-то предпринимают, если действительно какая-то там встреча, и я не могу регулировать время. Да, или какое-то там, не, короче, какие-то дела, которые надо поделать, ну тогда окей, могу, но я потом вообще вечером мне совершенно непродуктивный. Я потом сплю плохо. Ну, короче, вы поняли. А тут, конечно, мне не хотелось тратить на сон время, и я сразу ехала в город. Лера приехала в Кёльн, это город довольно большой. Ну, в общем, самое главное можно там, конечно, за пару дней увидеть. Но для атмосферы надо, конечно, в Кёльне пожить. Кто в Кёльне жил, вы понимаете, о чем я. Вот, и, конечно, Лере хотелось как можно больше посмотреть. Но она без меня смотрела. Гид из меня никакой, я хотела подготовиться, но у меня не получилось. Но Лера молодец. Вот, ну, конечно, это было классно. Лера, тебе привет, конечно же. Было классно, знаете, вот когда знаешь друг друга а-ля онлайн, понятное дело, что мы как бы знаем друг друга, как бы не совсем знаем, но увидеться вживую это вообще, это классно. И это первый такой мой опыт, когда я через интернет знакомилась, ну, то есть через интернет с кем-то знакомиться, а потом встречалась. Я имею в виду вот так вот. Поэтому, конечно, было очень волнительно. Так, теперь нужно потушевать. Теперь нужно потушевать, что у нас тут. Так, знаете, я не буду брать дополнительный оттенок. Была с Лерой я в Дюссельдорфе, девочки, чуть-чуть Дюссельдорфу даю больше пунктов. Ну, там было, правда, много туристов, мне кажется, но он был более культурный. Может, мы по правильным местам гуляли, а может быть, меня Лера отвлекала, я не знаю. Вот, но было тоже прикольно. Правда, у нас было немного времени там. Вот. И поэтому, конечно же, я не могла снимать, девочки, не могла ничего грузить. Ой, симпатично, как смотрится, только сколько времени? 9 минут, но нормально. Как-то вниз у меня опустилось, да? Нужно еще немножечко сделать акцент наверх. То есть еще вот тут вот.
прибавить и потом растушевать вверх. Потому что вот так, конечно, нормально смотрится. То есть я нормально растушевала. А вот когда... Ну, я же вот так смотрю, я же не смотрю вниз на работе. Поэтому нужно чуть-чуть приподнять. И вот тоже чуть-чуть приподнять. Так, теперь тушую опять. Вот. Ну, это, конечно, классно с кем-то гулять по разным местам, потому что ты как бы заново открываешь город. Мы с Лерой были в музее, в парфюмерном музее Кёльнской воды. И это было, конечно, классно. Мне понравилось. Сначала я думала, что... Сначала я возмущалась очень сильно, потому что нас на верхний этаж пустили, и такое ощущение было, что там музея больше нету, а там, оказывается, в подвале больше есть. Экскурсия длится 45 минут, это, конечно, очень мало, я считаю. Такие экскурсии, мне кажется, должны длиться... Ну, хотя бы, чтобы потом можно было самой походить, погулять, они не дают. Как в Алмазном музее в Москве, в Кремле, вот примерно так же. То есть пришел, посмотрел, 3 минутки потом без гида тебе разрешается там побыть, потом все. Пожалуйте наверх, потому что там уже ждет другая группа. Так, ну тут что-то тушевка не заладилась. Тут отлично получилось, а тут нет, надо чуть-чуть разбавить. Тогда возьму вот это. Вот, нормально, подкорректировал. Но теперь то же самое нужно сделать здесь, хотя это не нужно, иначе будет по-разному выглядеть. Вот, короче, в одной такой короткой собиралке всего не расскажешь, но да, я была очень рада, что Лера приехала издалека. Вот, ждите влог у нее. Когда-нибудь он обязательно будет. Лера, потому что снимала. Я ничего не снимала. Ну, просто мне хотелось больше пообщаться, во-первых. Во-вторых, я еще и была уставшая. Поэтому... Вот, красиво, красиво. Оттенок красивый. Немножечко похожий на... Знаете, на какой в палетке... Зеленая у меня такая палетка от Morphe есть. Вот там есть. Нечто похожее, только он более яркий. Он там зеленца более яркость. Этот больше в хаки уходит. Так, что я собиралась? Я хотела теперь бронзовый нанести. Ой. Сейчас размазу же. Палец опять измазала. Вот, девочки. Поэтому... Поэтому все задерживается. Все задерживается. Ой, какой бронзовый красивый. Действительно, какой-то даже летний, наверное. Ой, под глазами, мне кажется, я насорила. Да, и им насорила. Ладно. Сейчас уберем все. Красиво, красиво. Очень мне нравится бронзовый. Вау. Зеленые глаза прям сразу так видно, да? Не знаю, как вам видно. Вот. Сейчас я во вторую смену работаю, но я что-то не отдыхаю. Тяжело мне дается. Но я хочу сейчас успеть еще поставить это видео на загрузку, чтобы, может быть, на выходных, даже если получится, я и косметичку тоже сниму. Но я ленюсь, короче, по утрам. Я чувствую себя очень старше и опять ложусь спать и сплю. То есть вместо того, чтобы продуктивно... Тут придется убирать. Ну ладно, я это вне камеры сделаю, потому что у меня этого времени нет, и я без камеры сделаю это быстренько. 14 минут. Все, мне уже надо собираться. Так, что я хотела? На внутреннее я хотела вот этот вот голубой из палетки Illusion взять. Беру пальцем. Сочетание теплого и холодного будет прикольно смотреться. Сейчас еще немножечко.
тушу сюда бронзовый, потому что этот голубой не должен прям сильно доминировать. Так, и я хотела, наверное, чуть-чуть замазать здесь. Так. Так. А нижняя хотела синим карандашом. Блин, я его не подтащила, он уже опять начал стачиваться. Короче, девочки, обязательно будет собиралка длинная. Я, конечно, опять ощущение такое, кормлю вас обещаниями, но по возможности. Мне просто не хочется пропадать, поэтому если уж есть возможность, я все равно буду снимать вот так, как сейчас. Я заметила, что одна бабулечка на моей работе, она у нее болезнь очень прогрессировала, там и деменция, и всякое разное другое. И она, когда я вхожу, она всегда начинает так улыбаться, реагирует на мой макияж и смотрит, не отрываясь мне в глаза. Может, конечно, это еще я как человек ей нравлюсь, может быть такое, но мне кажется, это еще макияж яркий приковывает. Знаете, как, да, если, ну, знать, что это за болезнь, то как вот грудничков. Они тоже от яркого оторвать глаз не могут. Плюс если интонация такая благожелательная, то а большего и не надо. Так, у меня ощущение, что меня я застудила. У меня и на губе прыщ вскочил. И вот, по-моему, вот на глазу у меня тоже что-то. Я, наверное, сейчас все проветривают, везде сквозняк. Так, мне нужно немножечко потушевать низ. Что-то голубой, не очень аккуратненько сел карандаш, но потому что не поточен. Поэтому я его немножечко потушу с этим с хаки. Ну, остатки тут на кисточке. Вот, замечательно получилось. И, наверное, надо совсем внешний уголочек черный. Так, и, девочки, у меня опять намечается на этих выходных, ну, такой девичник с косметосом. Наконец-то, потому что из-за короны почти 3 года не получалось сделать, подружек собрать. А теперь вот, наконец-то. Это, конечно, классно. Будет у нас первый за очень долгое время. Хотя у нас что-то, у нас должно было быть. Но, по-моему, сорвалось. А может быть и было, только я забыла. Просто это было как-то в попахах. Вот не помню. Сейчас пытаюсь вспомнить последний раз. Не могу вспомнить. По-моему, было все-таки до короны. Вот и в этот раз будет как старый. Ну, подружка пожелала. Она мамочкой стала 2-й раз. Она мне недавно написала, что она очень стала быть мамой. Она хочет нормальной жизни. Я говорю, чего хочешь? Можешь пожелать. Она говорит, хочу, вот как раньше. Собиралка, потом, наверное, пойдем в город. Пойдем в город гулять. Вот. Поэтому мне нужно приготовить косметику. Потому что я единственная, у кого косметики много. Конечно, у меня дома проводить такое удобнее всего. Мне все это тащить не надо с собой, потому что обычно получался всегда полный рюкзак и плюс еще сумка с собой. Много с собой брала. Из этого использовалось не так много, но когда выбор есть, когда не знаешь. Раньше еще было. Сейчас маленьким мы делаем. Немного девочек будет. А вот когда раньше просто не знаешь, сколько человек будет, то не знаешь, какой тип кожи у кого, кто смуглый, кто очень белый. Поэтому я пыталась, конечно, взять все. Хотя для некоторых макияж вообще в жизни это просто тушью накраситься и максимум там тональным кремом. Но подружка недавно сказала, вот, я прикупила косметики.
я начинаю снова краситься. Конечно, когда два ребенка маленькие, то и помощи никакой особо нету, то это тяжело. Тяжело помыться бы. Ну, то есть, все понятно. Так, девочки. Я, наверное, уже очень опаздываю на работу, а я сижу еще в пижаме. Ну, классная пижама, да? Футболка такая классная, что ее, в общем-то, можно и вне носить. О-о-о! Ну, конечно, когда спешишь, всегда так. Девочки, вот такая получилась больше болталка, чем собиралка. Я все сейчас буду убирать, но без вас. На 20 минут все. Классный макияж. Очень яркий. Бронзовый, шикардосный. В общем-то, на осень очень пойдет, только на нижнее веко я, наверное, бы сделала зеленый. Зеленый или, может быть, даже фиолетовый. Зеленый, фиолетовый или ярко какой-нибудь рыже-коричневый карандаш тоже будет очень красиво смотреться. Вот нужно взять на заметку, девочки. Так. Все, буду, девочки, прощаться. Всем хорошего дня и до следующего видео, до следующей собиралочки. Всем пока-пока.